Здравствуйте, дорогие зрители моего видео. Я не понимаю одну штуку, вот вашу тупость. Зачем вы добавляете меня в друзья за словами «ты ебанутая»? Зачем? Вам друзья нужны ебанутые, что ли? Я не понимаю. Зачем вы мне пишете под видео «ты такая ебанутая»? Идите в пизду, мне похуй. Зачем вы мне пишете в личку по 40 сообщений в час? «Ты такая ебанутая? Ты шлюха? Ты эмо-дебил? Зачем ты столько пирсингов делаешь? Вы идиоты или как? Вы хотя бы иногда читаете описание к видео? Там написано, что нет у меня пирсингов, ни одного. Идиоты, что не видно, что это подделка? И я рисую не фломастером, кто там написал в комментах. Это моя родинка, ебланы. Если вам нихуя не нравится, хули вы, блядь, мне тут пишете, что я ебанатка, блядь? Еще заметки к моих пишите. Тебя мама должна была с рождения ебануть. И чё? Чё мне? Вот одна мне Марианна тут написала, типа, насри на всех. Правильно? Я на вас уже давно всех сру. Вы просто никто, понимаете? Вы говно какое-то. Зачем? Вот я не понимаю. Может, мне кто-нибудь в комментах объяснит, зачем добавляться и писать? Ты такая ебанутая, это жесть. А я вот вас попрошу, объясните, почему я ебанутая? Вам не нравится мое чувство юмора, мое видео? Блядь, не смотрите. Идите к пизду, пожалуйста. Не понимаю просто логики вашей. Зачем добавляться 145 друзей? И, пожалуйста, к моему мужу давайте не добавляйтесь. Ему, знаете, ему похер. Он вам не будет писать «Маська, Маська, солнышко». Ему на вас похер. И мне на вас похер. Я вас приму только за рейтинг или за подарок. Я не звезда, я не звезданулась. Просто реально вы затрахали. Вы мне никто, я вас не собираюсь добавлять. Все. И, блядь, про Эмма Кит это не настоящее видео. Я играю на гитаре нормально. Если вы ебланы, не надо, пожалуйста, показывать это в комментах, что вы, блядь, ебки настоящие. Говно.